Глава Клинцовской епархии вместе с духовенством посетила реабилитационный центр для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию – казачий пост в поселке Климово. Также владыка Владимир молился вместе с местными жителями в храме Успения Пресвятой Богородицы. Первое упоминание об Успенском храме в Климово относится к 1778 году. Позже здесь были построены зимние и летние храмы. В конце 30-х годов прошлого века зимняя церковь была закрыта и разрушена, а в летнем храме был устроен зерносклад. Возрождение Дома Божия началось уже в конце бурного 20-го столетия. И с 2006 года в этой церкви вновь молятся местные жители. А в светлые дни праздника Пасхи Христовой встречают правящего архиерея. Вся природа расцветает в эти майские чудесные пасхальные дни. Она своим весенним вот этим расцветом славит Господа. И нам в эти святые пасхальные дни также радостно снова видеть в нашем храме Пресвященнейшего Владыку Владимира, еще раз вместе служить. По окончании богослужения вокруг храма был совершен крестный ход. Затем в своем архипастырском наставлении владыка Владимир поприветствовал присутствующих, пожелав всем крепости сил, христианского терпения и неиссякаемой любви. Большая миссия лежит на женщинах, на прихожанках и созидание домашнего очага. И самое главное – семейная и церковная молитва о своих близких. В тот же день архипастырь с духовенством посетили реабилитационный центр для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, казачий пост. Центр устроен по принципу православной казачьей общины. На сегодняшний день в нем насчитывается 20 обитателей. Всего центр может принять до 40 человек. Правящий архиерей пообщался с постояльцами и вручил им пасхальные подарки.